этот день победы. Порохом пропах, это праздник с сединою на висках. Друзья, в этот прекрасный день, День Победы, 9 мая, я хочу отдать дань уважения нашим ветеранам и сделать такой импровизированный небольшой парад на нашей Красной площади в Roblox Tower Battles. Я хочу устроить парад победы. Буду играть только одними джипами, танками и бараками, для того, чтобы они шли по нашей дорожке импровизированной. И импровизированный сделать парад победы. Вот как-то так. Такая мысля мне пришла, подсказал мне один подписчик. Спасибо ему большое. Давайте глянем, что у нас получится. То есть я планирую поставить, получается, смогу всего 2 барака поставить. Это ограничение. И 13 патрулей. Но параллельно я к этому еще взял, конечно же, ферм, чтобы нам на это все накупить. Иначе мы быстро очень сольемся, потому что сосед наш, подписчик, кстати, ему отдельный привет, играет там кем хочет. Договоренности никакой не было. Ну ладно, давайте глянем, что из этого получится у нас. Так, я поставил первого джипа и апну его давайте сейчас уже на второй уровень, потому что на первом уровне у него было 25 жизней, теперь будет 60. Ну, кстати, мы сейчас, наверное, тоже парочку пропустим. Ладно, это ничего страшного, нам самое главное дожить на подальше. Зато мы апнули сразу же ферму на третий уровень, вот так вот. Так, нифига себе, 28-70, ага, парад победы у нас хорошо начинается. Ну как говорится, на войне без жертв не обойтись. Ладно, давайте поставим еще один патруль, конечно же, апнем его. Так, а мы не апнем, нам не хватает буквально 25 монет. Ладно, сейчас еще чуть-чуть. Кстати, вот этих вот тяжело будет валить, медленных у них по 16 жизней. Самое главное, мне надо будет продержаться на 7-й волне, когда там пойдет первый босс, 180 жизней будет, на 8-й волне он пойдет, по-моему, да. Кстати, уже довольно-таки скоро. И на 17-й волне пойдет босс номер 2, у которого будет 1600 жизней. Вот я вообще не знаю, вот его мы, наверное, вряд ли, конечно же, затащим. Но интересно посмотреть, что из этого получится. Мне сейчас самое главное, как можно больше поставить патрулей, прапать их на второй уровень и поставить парочку хотя бы, ну, точнее, не хотя бы, а это максимальное количество бараков, чтобы шли наши солдаты. У нас же, как-никак, парад к 9 мая. Так, а вот теперь дилемма, апнуть, не апнуть ферму нам. Нет, мы не будем ее апать, потому что... Нужно джипари поставить. Раз джипарик. И два джипарика. Сейчас маленько проедет. Оп, вот так вот. И вот так вот. 380, еще не хватает 200. Так, у меня 3 джипа, да? Второго уровня. И один джип первого уровня. Не кисло. И у нас босс. Нет, еще пока не босс. Босс молокосос пока не босс. Окей, но он сейчас пойдет на следующей волне уже. Так, сколько у нас осталось там? Так, все, вижу. 380 мы апнули. Раз, два, три, четыре джипа есть у нас. Так, давайте-ка я поставлю для красоты всей нашей катки все-таки бараков, чтобы у нас шли еще и солдаты. А то какой же это парад побед без пехоты. Все, что-то их пока так мало, один он идет, мы потом их апнем. А для того, чтобы их проапать, нам, конечно, нужны фермы. 1000. Так. Нет, наверное, я не буду апать ее. Да пока и не на чем. Так. Босс у нас идет. Первый уровень, 180 жизней, 8-я волна. Все как в швейцарском банке. Как в швейцарских часах. Все по распорядку. Так. Ну что? 180, 190, 200, все равно ничего не хватает. 700, а вот теперь что-то уже можно подумать. Босса мы завалим, да, босса мы завалим. Тогда ставим ферму, нет, не ставим. У нас ровно 1000, бенч и у нас 0. Ха. Как я точно подгадал, да? Получилось так, что мы все точно спустили на ферму 4 уровня. Теперь ферма нам приносит по 500.
Но на четвертом уровне она так относит. А на пятом уровне она будет приносить 1500. Да, все правильно. Вспомнил. Окей. Так. Теперь нам, конечно, нужно попробовать поставить еще одни бараки. Я хочу, чтобы шло их уже двое. А, либо их проапать. Нет, это будет тяжело нам справиться вот с этой всей толпой, поэтому я буду ставить сейчас как можно больше, наверное, джипов все-таки. Да, давайте я поставлю еще одного джипа, пятого, и апнем его. Все, теперь, наверное, уже можно поставить и ферму, и, кстати, хватает, да, ой, троечка осталась, обалдеть, опять мы все подсчитали. Так, глянем, что там у нас вообще, у нашего подписона-сосисона, как говорится, да. О, у него все нормально, у него уже есть миниганчик. И все, что ли? А, фермы. Ну да, фермы, понятно. Он с тремя фермами, поэтому столько и пропустил. Это хитрый ход. Ладно, красавчик, молочек. Так, а у нас уже черные идут. Так, а наш парад победы-то справляется с ними? Пока справляется. Это, наверное, гитлеры. Не, вон у нас гитлер идет. Ой, мамочки, два гитлера идут. Ладно, попробуем их, конечно же, победить. Так, 550, апаем раз, и маленько не хватает еще, нам нужно сейчас быстренько апнуть ферму. Так, 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 у нас, о, он хорошо как стреляет, задевает, да? Я могу его радиус обзора посмотреть? Нет, не могу. Радиуса обзора у него нету. Ладно, 1600, зато я могу апнуть ферму, и могу даже еще поставить еще одного джипа. Но проапать... О, теперь и проапать могу, отлично. Но прежде чем проапать, мы поставим третью ферму, да? Так, и вот теперь ее уже можно будет сейчас скоро апнуть. Так, мамочки, что-то уже, мне кажется, будет тяжело. Сейчас еще куча хайденов этих идет. У них по 10 жизней, получается, 66 хайденов может завалить один только джип. И 3 джипа могут завалить одного босса. Ну, а тут еще вот солдат у нас маленечко поднахлобучивает сверху. Вау, 2000, так, 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 здесь за 1000 апаем, и так, все у меня джипы, второго уровня, окей, ставим еще один, апаем его, и давайте, наверное, я поставлю все-таки, что-то ему скучно, наверное, одному идти, поставлю я еще одного барака Обаму, да? Давай, не хватает денег маленечко, вот, хватает, Пенч, вот он наш. Пошел второй пехотинец. Все, парад победы идет у нас. Все нормуль. Так, 2000 обалдешки. Так, быстренько, что, ставим еще ферму. Апаем ее. На четвертый уровень смогли. Есть, на четвертый уровень смогли. Так, теперь что нам сделать надо? Теперь я хочу максимальное количество еще поставить. Сколько нам надо определиться ферм у нас будет? Давайте я, наверное, поставлю последнюю еще одну ферму сейчас. Все, больше ферм я ставить не буду. У нас будет 5 ферм, 2 барака, получается, и 8 джипарей. Да, как-то так. Потом буду продавать фермы, ставить еще больше джипарей. Вот примерно такой у меня план. Мамочки, а мы хоть доживем, нет, до 17 волны? Что-то я не знаю, я уж сомневаюсь. Так, ладно, ставим еще джипа. Апнуть его мы не сможем пока, да? Нам нужно сейчас подождать, когда придет еще одна волна, тогда мы сразу же тут все можем уже более-менее развиться, потому что у меня уже 4 фермы 4 уровня, они принесут сразу нам 2000, и вот эта еще маленькая принесет чуть-чуть поменьше. Так, есть, окей, вот 2000 у нас, и сразу же мы апаем ее тоже на 4 уровень. Все, у меня 5 ферм 4 уровня приносят 2500. Пока немного, но зато теперь я могу... Все, у меня 15 уже башен. Больше я не могу поставить. Теперь я хочу проапать... Кого нам проапать? Наверное, на максимальный уровень хочу проапать джипаря, а потом барак. Одного барака. Обаму нашего, да? И потом уже дальше все апать. Давайте так сделаем. Нам нужен уже танк. Какой парад победы у нас без танка? Окей. Раз... Пока все, пока нам не хватает. Ой, мамочки, у нас так куча идет этих сейчас хайденов. Самое главное, чтобы сейчас хайдены... Ой, не хайдены, мистери эти, которые спавнят рандомом, случайным образом какого-то моба. Чем плохо, они идут очень шустро. То есть они могут быстро до сюда добежать и здесь заспавнить босса. Это будет очень печально. Поэтому их всегда нужно убивать в самом начале, чтобы босс медленно шел. Мамочки, сколько там боссов-то? Вот что-то сейчас будет, наверное, тяжко. Как бы наш парад победы так быстро не закончился.
так, 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 7900 не хватает, не хватает, не хватает. Так, окей, ну здесь у нас уже маленько проапнуто. Вот эти два босса меня, конечно, напрягают. Так, а я не успею поставить. Нет, 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 танк не успею. Так, ладно, этого босса мы завалим. И некроманта. У некроманта еще 200 жизней. Вот это очень печально. Так, так, так. Некроманта, давайте, давайте, ребята, напрягите булочки, пожалуйста. 7900, я почти танка купил. Мне хотя бы танка нужно на парад победы. Так, 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 так. Нет, не успею, да? 58, раз, два. Фу, нет, вроде успел. Юху, я был на волосок от смерти. Но на войне, наверное, наши деды так и воевали. На волосок, так и было. Ой. Ладно, глянем, что нам на той стороне происходит. 7200, окей, окей, окей. 7300, нет, еще пока не могу апнуть. Ну, понятно, здесь миниганчик, командиры, здесь все в ажуре у них. Проблемы-то у нас. Причем большие. Так, на 7900 маленько остается. Быстро, быстро, быстро. Хочу апнуть хотя бы танка. До танков успеть развиться. Ой, мамочки, тут идут опять два босса идет. Некромант, еще большая тут толпа. А, так, 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 так. 7900, быстренько, чтобы нас хотя бы уже танк начал стрелять. Давайте, мои хорошие. Осталось буквально сотенку и... Все, где-то танк наш... Нет, еще не, пока не пошел. Заправляют его. Пока заправляют. Дизельным топливом там или чем, я не знаю. 5 уже осталось. Ну давайте, есть. Все, вот он танк. Как раз успел япнуть, и он пошел. Все, панк... Это панк, говорю. Панк. Танк у нас идет. И бараки, бараки, бараки. Тоже максимально сейчас хочу проапать. 3400, обалдеть. Ладно, 3400, это осталось еще 1000 буквально. Ой, все, вот у нас пошел первый, кстати, босс. А, второго уровня, у которого 1600 жизней. Так, 3-4, блин, а может мне лучше ферму-то проапать, а? Фермы-то у меня ни одной нету 5 уровня. Давайте мы попробуем, так, тут мы справимся, вот даже не знаю. С боссом справимся, не справимся. Но с этим-то мы справимся, мне кажется, должны справиться. Вот с этими уже будет тяжеловато. Ладно, сейчас я попробую ферму апнуть. Хотя бы одну. Если успею. Если не успею, тогда буду апать наши бараки. Да? О, во, все, успел. Так, так, так. Сколько у босса-то осталось жизни? Еще 100. Раз, сейчас еще, наверное, один врежется. Бенч. И осталось чуть-чуть у него. 8 осталось. Сейчас вот эти два товарища его и добьют, да? Ой, ну как нам теперь вот эту толпу валить? Еще и тут мистери идут. Мистери, да-да-да. Главное, чтобы они сейчас боссов не наспаунили. Так, нет, я могу еще ферму апнуть. Давайте еще апнем. И так-так-так, бараки. 3-400. Все, главное тут с фермами сейчас не заигрываться. У меня уже жизни осталось чуть-чуть. Так-так-так. Танк идет. Все, парад победы у нас. О, мы еще, кстати, на таком прикольном поле. Именно Military Base. Где у нас вертолеты есть, БТР есть. Точно у нас тут парад победы? Как ни крути. Так, ну что, еще одну ферму. Давайте еще одну. И все, пока хватит. А теперь надо все-таки за 3400. Опа-на, все, успел. На 4 уровень бараку Обаму нашу апнул. И осталось 7800. 7800 сейчас вот будет... Надо будет подумать. Либо 7800 это почти 8000. Могу две фермы апнуть, как ни крути. Давайте хотя бы я одну апну. И сейчас глянем, как у нас тут что. Сможем мы, нет, так, это мы затащим, это, о, мамочки, лавовые уже пошли, все, ой, и так 21 волну продержался, если честно, я думал, я гораздо меньше продержусь, вроде как нормально, давайте я апну последнюю ферму, и потом уже будем смотреть, что смогу, то проапаю, что не смогу, то, понятно, что я проиграю, но суть в том, что мне хотелось именно пройти, попробовать, поиграть именно бараками и джипами, чтобы сделать своеобразный парад победы на 9 мая. Ну чё, 4000, апаем. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Всё, сейчас пойдет у нас денежка. И на 7800 тоже. Все, где мои 5 уровня солдафончики? Где наша пехота? Где-то там идет. Теперь будем апать максимально. Так, раз.
всех проапаем. Нет, не всех, я буду сейчас опять до танков стараться апать. 1200. О, вот она, наша пехота идет. Красавчики, давайте, ребята, давайте. Я в вас верю. Нахлобучивайте. Так, будем вот этого апать у нас. Да, будем вот этого апать. И у нас еще 1200 получается. Окей, все, готово. Так, так, так. 7900 надо. Ну, не знаю, доживой, не доживой. Так, 23-я волна идет. О, первый Хайден у нас. Кстати, кем мы Хайденов-то будем валить? Они видят? Нет. А, о, они еще и Хайденов не видят. Все, наверное, нам хана. Это нам надо больше 10 джипов, чтобы их забороть. 23-я волна, наверное, будет последняя. Ой, мамочки. Так, 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 быстро. 11 тысяч. Еще танк. Теперь у меня уже 2 танка. И один максимального уровня барак. Да. Примерно как-то так. Ну что, еще барак проапать? Либо... Нет, давайте лучше, наверное, танков. Хочу танков побольше. Танков, танков, танков побольше. 23-я волна. Если честно, я не думал, что я до сюда доживу. Но так получилось. Как получилось, так и получилось. Но вот этих-то двух я точно уже не забодаю. Два босса. Второго уровня по 1600. Это 3000... 3200 у них, плюс еще некромант 200, 3400 и плюс еще куча всякой мелочевки. Единственное, что хорошо, у них большой радиус обзора, и они хорошо как бы успевают, стреляют. Вот самое главное сейчас, чтобы успеть его еще завалить, чтобы он не схавал моих солдат. Есть, солдат не схавал, вроде они стоят. Ой, мамочки, я еще могу проапать уже, да? Так, окей. Ну что, давайте я, может, еще бараков наших проапаю. Давайте, конечно, 7800, маленько не хватает еще. 24-я волна, но мне кажется, это последняя, дальше я уже не доживу. Ладно, окей, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть-ышку, о, уже 3 Хайдена прет. О, мы что, одного босса уже завалили, что ли, что-то быстро. Так, и бараков, все, я их проапал, проапал, окей. Давайте патрулей быстренько. Вау, уже 4 танка у нас, обалдеть, 4 танка, это круто. Что-то, если честно, я думал, это и не успею апнуть. Окей. Хорошо, что тут такая карта удачная, и они не идут дальше. Они максимально стараются захватывать именно даже на этих... На этих изгибах, не проходя изгиб, они сразу по параллельной дорожке стреляют. Вот примерно как-то так. Как мог, так объяснил. Так, и что у нас дальше? Так, 7900 маленько нам не хватает. Сейчас мы быстренько его попробуем пропаем. Нам самое главное волну еще продержаться. Вау, 25-я. Обалдеть. Давай, моя хорошая, чуть-чуть осталась. Так, 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 так. 7900. И... Есть, готов. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый танк уже. Нормуль. Сейчас скоро уже будет шестой, я так думаю. Бэм-бэм-бэм. И чуть-чуть остается. Давай. Ого, ого, ого. Есть, готов. Еще один. Мамочки, что-то так уже вроде более-менее себя чувствую уверенно. Может быть, я и смогу 26-ю пережить волну. Кстати, да. Одними танками и одними... И двумя всего бараками. Но это будет прикольно, что я вам хочу сказать. Это будет очень прикольно. Так, так, так. Маленько не хватает. Так, что у нас там уже на 27 волне? Я уже не помню. Когда у нас пойдут боссы 3 уровня, которых 3200 будет, я уже что-то не помню. У нас эти лайтинги будут, которые очень быстрые и шустрые. Окей, самое главное. Вау, смотрите у нас какой парад победы. Столько стоит у нас юнитов. Прикольно, кстати. Сколько их тут человек-то, а? Блин, ну довольно-таки красиво получается. Еще и БТРы тут стоят. Это клево, довольно-таки клево. Там фермы, танки. Здесь у нас 2 вертолета. И, между прочим, 13 тысяч уже. Так я сейчас могу все прапать, что ли? Нет, не все. 7900 мне еще маленько не хватает. У меня все апнуто, получается, кроме одного танка. Одного танка еще нету. Вот, все, а теперь есть, да? А теперь что мы будем делать? Все правильно. Теперь мы будем продавать фермы и ставить на их место танки. Вот примерно такой план. Ничего себе, 28-я волна уже, обалдеть. Может, до 30-й доживу, но это не точно.
Конечно, хотелось бы попробовать. Так, ну что, продаем ферму. Сейчас она нам принесет. Сейчас, как только она нам принесет, мы сразу же продадим. Сейчас подождем. Окончание волны. 1500 же терять не хочется нам, да? Не зря же мы ее ставили. Давай, моя хорошая. Но, где они? Так, самое главное, чтобы баг не случился. А то будет вообще весело, если будет баг. Я выжил, кстати. Я что-то думал, я где-нибудь в волне уже на, там, не знаю, 13-15 сольюсь. Вау! 20 тысяч сразу. Хлобысь, продаем и ставим еще джип. И сразу же его максимально апаем, да? Да. О, так можно же еще даже ферму продать. Еще продаем и еще ставим джипарика. Ой, мамочки, что-то уже все перетыкал. Вы ничего не видели, судья ничего не видел. Фу, нормуль. Так, у меня осталось 3 фермы всего. Это получается у меня 10 танков уже. 10 танков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, вот они, красавцы, едут. И вот мои красавцы идут. Клево у меня получился, мне кажется, своеобразный парад День Победы. Уху! Так, они даже не дают никому пройти. Обалдеть. Ну-ка, глянем, что там у соседа. Дружище, как у тебя дела? О, все понятно, командир, риоганер. Командосы тоже уже на 5 уровне. Риоганеры на 4 пока. И фермы. А ферм, кстати, всего 3 штуки и не апнутые у них. На 4 уровне у него только фермы. А я уже даже продавать начал свои фермы. Так, ладно. Давайте я, наверное, продам еще одну. Конечно. Продаем ферму, ставим джип и сразу же апаем его максимально до танков. Да, до танков проапали. Вау, ну что, можем еще одну продать. Давайте продаем еще одну ферму. Ставим еще один патруль и апаем на максимальный 5 уровень до джипов. Все, пока. А, кстати, можно было, наверное, не продавать. Надо было подождать, чтобы еще ферма принесла. Сейчас мы ферма вот это принесет, в принципе, и все у нас вот это получается, да? Да, получается, все будет. Больше я уже поставить не смогу, потому что ограничение на плейс можно воткнуть 15 башен. Ну что, о-о-о-о, вот они пошли уже, боссы 3 уровня. На 30 волне, обалдеть! Не думал, что я до сюда доживу, честно слово, я не думал. Так, продаем последнюю ферму. И ставим наш джип и апаем его максимально. Все, деньги больше не нужны. Получается, у меня стоит 2 барака максимально 5 уровня и 13 патрулей, которые прокачаны тоже на 5 уровень и превращены в танк. У них по 600 жизней. Все, моя задача сделана. Осталось только просто наблюдать. Если честно, я даже не думал, что получится все апнуть. Я думал, я сольюсь гораздо быстрее. Но, видимо, затащил. Теперь глянем, сколько мы сможем продержаться. Но я сразу говорю, что 34-ю волну мы стопудово не затащим. Но вот хотя бы попробовать эту 31-ю. Потому что 34-ю волну даже одними командосами не продержаться. Хотя командосы практически в 2 раза сильнее, чем танки. Но командосы в 2 раза слабее, чем Риоганер и Фазер и Зет. Самые топовые 3 юнита — это Зет, Фазер и Риоганер. Они наносят примерно от 8 до 10 тысяч урона в минуту, когда следующий идет на второй ступени после них со средним уроном, это командос, у него в районе 4,5-5 тысяч урона в минуту. Ну вот, как-то так, такая математика. У нас 28 тысяч уже, и что, эту волну мы затащили, обалдеть. Это нормально, это просто... Супер нормально, я считаю. Так, босс. Ну, риоганеры. Нет, тут-то уже даже тягаться нечего мне. Командос и тем более риоганер. Получается, командос в 2 раза сильнее танка, а риоганер в 4. Ну, конечно, апнутый имеется в виду на последний уровень. Так. Хайданов. Хлобысь. Все, они уже дальше прорываются у нас. Так, а поскольку, интересно, у нас, я хотел посмотреть, сколько наносит у нас урона наши бараки.
Ну, неплохо, кстати. Вот, смотрите, сколько урона. В секунду где-то по 200, наверное, что ли. Я думал, меньше, кстати. Ого, у нас уже барак, кстати, 30 тысяч принес. Обалдеть. А танк наш самый первый, кстати, сколько? 12 всего. Обалдеть. Так получается, бараки у нас сильнее, что ли, этого танка. Я что-то даже не думал об этом. Ну-ка, этот танк сколько принес? 7 тоже. Ну, в смысле, настрелял сколько он. Вот этот уже, по-моему, первого апал. 12 тысяч всего, а барак уже принес 30 тысяч. Обалдеть. А знаете почему? Потому что танк постоянно едет, не останавливается. Танк проезжает и помирает. А танки сдерживают мобов и по ним максимально стреляют, наверное, пехота. Ну, кстати, сейчас и пехоту тоже задавят. Из-за этого они больше и набирают. 60 тысяч уже у меня. О, уже мистеры прошли второго уровня. Ой, только сильно кого-нибудь не спаунти, пожалуйста, ребята. Блин, жалко, вот на Зеда можно навести вот так вот и посмотреть радиус его обзора. А вот на танк тоже можно, да? Вот видите, танк идет и параллельно у нас захватывает улицы. А на эти, к сожалению, нельзя навести, на солдеров. По 8 жизней у них, не так уж-то и много. Но тут он охлобучит, а не дай боже. Все, 33-я волна. Ой, я хотя бы должен дожить до 34-й. Но 34-ю я точно не затащу. Обалдеть, я думал, это будет катка минут на 10, там максимум на 12. И где-нибудь максимум где будет 15-я либо 17-я волна. Я уже дожил до 34-й. Все, 34-я это уже точно последняя волна. Ну, я справился со своей задачей. На 9 мая мы устроили День Победы в Roblox Tower Battles. Мне очень сильно понравилось. Давайте уже добегайте. Все, потому что, знаю, 34-я волна это без фазера, без Зеда, либо без рейлганера просто невозможно ее затащить. Я уже с кем только не пробовал. И 94 тысячи у меня оставалось. Да, да. Мы проиграли, зато мы отдали дань уважения нашим ветеранам. Спасибо вам. Все, друзья, всех поздравляю еще раз с праздником, с 9 мая, с Днем Победы. С вами был Капанда, увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.